Слушай, привет, народ! И мы продолжаем играть в Assassin's Creed. Сейчас выходит очень много игр, поэтому Ведьмака пока что не будет. И других игр тоже пока что не будет. Будут только новенькие, свеженькие, вкусенькие. Ведьмак никуда не убежит. У нас еще полно времени, ребят, чтобы его, так сказать, охмутать. Он, конечно, может убежать в лес и... или пойти жениться на Трис, а потом они заведут... А чё, ты же бесплоден, я об этом совершенно забыл, ребят. Привет. Пока. Одни звуки стоят, то я вперед говорю. Пока. Подберем сейчас сундучок. Знаете, мне надо убираться сейчас в квартире, но что-то прям сейчас не хочется, понимаете? Я решил отложить дело на чуть попозже. Сейчас уже 11 вечера. Я подумал, что время еще есть. Мне завтра, слава богу, не к 10 нужно идти пахать в школу на кастинг. На кастинг актеров, чтобы... Не мне нужно участвовать в кастинге, я не актер, ребят. Мне нужно смотреть на актеров, которые придут, и выбрать самого-самого. Конечно же, я это выберу, но мне прийти только к 11 надо, так что у меня есть время выспаться, и можно, скажем так... Может, убираться тут, и, блин, фигня, 20 минут убраться, и все. И потому что я живу в студенческом, так сказать, общежитии. У меня, конечно, отдельная комната и все такое. И я совершенно ни с кем не встречаюсь, скажем так. Так что для меня это не какая-то проблема, но убраться надо. Как бы здесь обязательно придет комиссия проверять, так сказать, как я живу. Сломано ли у меня чего? Или там написано объявление, что желательно еще убрать комнату, чтобы пройти тест. Не написано, что будет за непрохождение проверки этой. Не написано, к сожалению. Потому что если бы написали, что просто там возьмут штраф, те же 50 фунтов, я бы, наверное, забил. Потому что у меня ничего не поломано, просто надо хоть как-то убраться. Я подумал, нафиг, уборка подождет, ребята. И там сказано еще, мусор надо вынести прям перед осмотром. Ну, я не знаю, с утра поставлю прямо у двери, чтобы, не дай бог, не уйти. Потому что я не вся мусор выношу, скажем так, каждый день. Ну, не нужно, не вся накапливается. Я мусор выношу, я бы сказал, по выходным обычно. Именно по выходным, потому что, ну, нужды просто нет чаще выносить. Поэтому, как бы, я это не делаю, скажем так. Банально поэтому. Что-то не дает информацию, что бы я не делал. Видимо, просто информации полезной нет, так что он и не дает ее. Я не знаю, что делать. Ну, неважно, информация от практичника, я думаю, это не мой, скажем так, не мой приоритет. Мой приоритет — это сбор сундуков на благотворительность. Организация, для которой я собираю сундуки, называется Анатолий и компания. И глава этой организации — это Анатолий. Вы его можете знать, может, вы его не знаете. Это такой очень странный чувак. Возможно, он нет сексуальной ориентации, это неизвестно. Даже мне, всевидящим окусу урона. Что-то я что-то уже бред начал нести. Ладно, давайте, ребята, я буду просто молчать. И мы будем с вами наслаждаться геймплеем. Вы знаете, мне нравится нести бред, потому что даже сценарий, который я хочу написать, я нормальный сценарий пытался написать, так мне сказали, что он говно. Разумно, что я не беру иначе свиток, поэтому я... Что действует грубо. Опыт не дается за лицо. Хотя Assassin's Creed этим всегда и отличался, не дается опыт. За какие-либо убийства. Хотя я, по-моему, в игре про Авелин давался. Хотя не. А, да, в игре про Авелин, по-моему, качаться даже можно было. Я не помню, как это называлось. А, Liberation, по-моему. Было такое понятие, как прокачка и опыт. Oh.
теперь я просто безнаказанно приберу эту штуку. Так бы всегда. Названием карта сокровищ. Там внизу какая-то штучка викингов. Интересно, отсюда если спрыгнуть, мы в воду попадем? Нет, по-моему, сейчас просто землю отвалимся. А нет, смотрите, выжили. Выжили, надеялся. А это место тамплиеров. Письмецо. Мы наверх как-нибудь можно забраться? Да, можно. Вот тут есть тамплиеров. А, понятно. Это меня крест тамплиер. Я просто не знаю, что-то запутался немножко. Это не крест тамплиеров. Не, направо. Просто странно. В прошлый раз, когда я просто его находил, и крест тамплиеров меня никуда не направлял, насколько я помню. Хотя могу ошибаться. Вот, а, нашелся крестик. Там он, видимо, сразу лежал под камнем. Здесь же. Здесь же он лежал, но не сразу. Давайте подберем лишние патроны. Кстати, приятно, что вот можно так взять и за бесплатно. За бесплатно все хорошо, да, ребят? Я, правда, не советовал бы, знаете, совсем жадничать. Прям все-все-все застараться за бесплатно похватить. Вся хорошая идея. Маленькая победа, часть вторая. У Ири, по-моему, всего 6 или 8. Шевалье, глав. Что с вашим кораблем? Тут вышла небольшая потасовка. Я пустил 3 корабля ко дну, но... Креча чуть не последовал за ними. А вам повезло больше, охотник? Пожалуй. Мне сообщили, что Сэмюэль Смит рыщет повсюду в поисках ответа. Хочет понять, что делать со шкатулкой. Он вернулся из Европы. И где он? Переоснащает шхуну. Поторопитесь, сможете найти его здесь. А, кстати, о тех чертежах. Мой инженер построил то орудие для вашего корабля. Стреляет, как артиллерийская бригада. Фальконет? Но в 2 раза быстрее. Я восхищен. Мортира? Благодарю. Всегда рад стараться для моих друзей. О, этот голос мне нравится, кстати. Отлично звучит персонаж, пусть он и не самый главный герой, скажем так. Фальконет. Так и знал. Ружье Пакла. Хорошо, это называется ружьем Пакла. Из ружья Пакла по уязвимым местам. Цель из ружья Пакла. Кстати, оно здесь имбовое в этой игре. Не то, что фальконет. Фальконет это так, знаете. Еще паруса! Игрушки там. Для... Пожалуй, я присоединюсь к вам. Что ж, вперед, господа. А ты в приподнято настроение. Просто ничего. А почему бы и нет? У меня есть оружие, которое я очень хочу испытать. А еще, тамплиеры хорошо вооружены. Уверен, этот ваш Смит не исключение. Эти чертежи неожиданно помогли. У Морриганской есть ран, деда. Я слышал об этом устройстве, но никогда не видел его в деле. А что со Смит? Он где-то здесь? Ага, плавает где-то поблизости. Возможно, какой-то причинник. Так, найдем его. Так, о, смотрите, неплохие грузы, ну, грузы на корабле. Вот он! Идеальное время. Поймать это значит убить? Удача снова на вашей стороне. Он заметил. В погоню! Не стреляйте. Мы можем повредить шкатулку. Забить ее. Эта лакать может плыть быстрее. Мой корабль хотя бы все еще на ходу, шевалье. Это да, это правильно, не успел. Он очень умен. Но здесь не его стихи. Не представляю, что он здесь. Может быть, у него была встреча? Или нарвался на пиратов? Он чинит корабль. Что-то случилось. Если бы мои союзники на него напали, я бы знал об этом. Он долго был в пути. У нас есть шанс его поймать. Сокровище тамплиеров в руках Смита, так же? И если убрать его... Вашингтон доверил ему шкатулку предтечь. Она все еще у него. Шейкрафт, сначала шкатулка. Так, топить нельзя. Или попасть на корабль.
или прижать к берегу. Опасный корабль. Капитан, он прорубает лед. Похоже, не только у тебя есть таран-ледорез, Шей. Хоть бы наш сработал не хуже. А что, он отлично работает? Отлично. Будь свободен. Да, снова тебе повезло. Но праздновать победу пока еще рано. Смит хочет уйти. Это его шапки. Засада. Отправим этих на либо. Смит не должен уйти. Да, его шапки. Абордаж! Самый веселый, ребят! Самый веселый, так. Кого первым, ребят? Кого вас вольнуть? У тебя пора стоит там. А, понятно, да. То есть с учетом того, что я ядро вниз полетел. Я вам трубить что-то хочет. О, получается. Там еще порох. Готово, даже на корабль не пришло. Знаете, за это я обожаю фальконеты. Можно практически вот так вот, не слезая с корабля своего, захватывать корабли и другие. Ну уже это выгоднее, чем просто их разрушать, потому что половина добычи тонет. А тут вот, смотрите, все, и починить Морригана корабль отпустить нельзя. К сожалению. Я не вижу корабль Смита. Сначала надо разобраться с этим. Мы найдем его. Лечь! Не попали! Он Смит снова поплыл! Видимо, хотел полюбоваться, как вас убьют. Вот он огорчился. И мы можем его догнать. Вот теперь мы его догоним. У нас теперь открылась опять эта способность. Жалко, тот груз не подберем. Но если я сейчас к нему развернулся бы, то ничего бы не вышло. Он бы уплыл. Чертов Смит, но там к нему близко, плавно сгоняться уже нельзя, к сожалению. Впереди! Он поджег море! Не знаю, как называется, огненный след, греческий огонь. Это что за чертовщина? Тактика тамплиеров. Они могут поджечь даже сам океан. Осторожно! Того и гляди, сгорим! Последняя, отчаянная попытка выиграть. Ему не уйти! Слава богу, огонь-то довольно... Огонь! Добыча! Огонь довольно толерантен, не сразу сжигает. Нас подбили! Горим, ребят, горим! Я даже во сне вижу только снег. Мы знаем, куда он плыл. Здесь у мерзавца укрытие. Надо идти по суше. Не вздумайте стрелять из корабельных орудий в сторону этой шкатулки. Я этим займусь. Сдать якорь! Высоты его убить. Шенбяо. На конце Шенбяо... А, смертоносный нож крюк. Нажмите, находясь на цели, чтобы убить ее. Держите, находясь на цели, затем используйте, чтобы убить и повесить ее. Чтобы атаковать его хорошо, понятно. Так, на завтра на верхотуре, с верхотуры уже действуешь. Got a good line on it.
Готов. Причем, ну, удра убили. Не знаю, считается за может с высоты. Быть. Нет! Ты хоть знаешь, что это? Шкатулка, древний артефакт. Сокровище тех, кто пришел раньше. Да. Впрочем, даже лучшие ученые Европы не смогли ничего с ним сделать. Осталось найти манускрипт, и все станет ясно. Посмотрим, считается три канонерки из ружья ПАК убить. Не то, не то засчитали. Ну ладно, ладно, хорошо. Очень мне понравилось ваше задание. Жалко, не засчитаю. Я думал, как раз есть пишут про Шембяо. Я думал, как раз горящее масло. Может, сбрасывать будет горящее масло, чтобы повреждать корабли за кормой. Удерживайте, чтобы использовать горящее масло. Двигайте, чтобы целиться. Жмите или удерживайте, чтобы сбросить горящее масло. Понятно. Да, кстати, все враги исчезли, что хорошо. Очень вряд ли нам будет пистолет. Кстати, убили мы его в итоге красиво и эффективно. Я должен сказать, вот знаете, даже можно, конечно, поспорить на эту тему, что я не выполнил задание, но по сути я все равно убил. Это главное. В другую сторону острова должен находиться сундук, а просто как-то попасть. Дерево заберемся, посмотрим. Наверх как-то можно забраться? Нет, конечно же. А вы думали, что все будет так просто? Конечно же. Нет, там наверху реально ничего нет, нужно обходить, я понимаю. С той стороны, где наши враги проживают. Теперь у меня реально проблема в том, что я не знаю, как попасть туда. Другую сторону острова. Ладно, давайте уйдем отсюда просто так проще. Потом когда-нибудь вернемся. Вот высаживаться на моем корабле, мне все равно. Ну пусть найдут меня, давайте поиграем с ними в прятки. Сейчас они отстанут, забудут, что я вообще существую. Я реально не знаю, как перейти на другую сторону. Там или пещера есть какая-то, или еще что, я не знаю. Капитану штурвала! Шкатулка предтечь у меня. Переместиться. Теперь вы можете использовать быстрое перемещение, чтобы мгновенно пересесть туда, где вы уже побывали. Нажмите, чтобы открыть карту мира, выберите при помощи L место, где вы уже побывали, или синхронизируйте точку обзора. Хорошо. А, кстати, а тут точка обзора есть? Я ее синхронизировал или... Или нет? По-моему, здесь нет точки обзора, тут только вот сундуков дофигища. Отлично. Где шевалье? Вернулся на крещ. Боюсь, придется праздновать без него. Как-то мне не до праздника, Лайм. Я знаю, нам нужны эти артефакты, но... Какой ценой? Сэмюэл Смит. Он шпагу-то держал с трудом. Убить его это... Твой долг. Но! Никаких но. Смит-тамплиер, он был опасен. Хуже, у него была шкатулка предтечь. Ты можешь гордиться же. Наверное. Теперь идем в Олбай. Там Джеймс Уордер, которому Лоуренс не пришел на дом. Нет в колонии человека хитрее без шанса.
Он поставил букву закона себе на стол. А если закон ему не подходит, то он меняет закон. Запомни мои слова. Джеймс Уордроп и на других... Крауль, типа, нас. На абордаж, ребята, надо прокачиваться. Почему, кстати, море зеленое? Это северное сияние так влияет? Холодно. Знаете, в чем прикол солнца на севере? Оно вроде есть, оно вроде светит, но при этом оно не греет. Мне это, кстати, нравится. Я не люблю горячее солнце. Мне нравится, нравится холодненькое такое, знаете, галогенное. Ламповое солнце. Все готово, мы победили. Я только в тот вот, в тот порт заплыву. Очень быстренько, и мы отправимся на следующее задание. Все порты, мы постепенно будем заезжать в разные порты, не обязательно сразу. Кстати, города побольше будут, и мы и в Нью-Йорк попадем. Это не то чтобы спойлер, конечно. Ну да, здесь Нью-Йорк немножко другой, не такой, как времена... Во времена Коннора он немножко другой, знаете. У нас хватит материалов, чтобы улучшить корабль. Ну как-то больше. И там Нью-Йорк, и Бостон во времена Коннора, они реально такие уже, знаете, разросшиеся, жирненькие города, я должен сказать. У нас теперь есть ледорез. Образцом Петрей к Петру! Кстати, чисто из любопытства, мне интересно, какая температура, вот, скажем так, в той местности, где вот сейчас мы находимся? Чисто мне интересно, где, какая тут температура в Северной Атлантике, в этих землях? Если кто, ребят, дружит с этим, с этими знаниями, ну или, естественно, можете проверить, опыт, проход был удобный. Можете проверить в Википедии, еще где, было бы очень удобно. Нравится, что тут не сразу палят, вы как знаете раньше. Ну нет, здесь стрелок, конечно, палит. Потому что он видел, как колокольчик срезал. Шанс находится вон там. И мне до меня. Вот мне нравится, что не до меня, потому что... Разбираться с однообразными лагерями раз за разом, это крайне скучно. У нас лазим особо не звук. Дерево находится. Я так не понял, что дают эти алмазы процветания, как я. Потому что я реально какие-то преимущества не заметил, что они у меня были, что их не было. Как-то я не увидел, что я стал богаче там или беднее. Потому что, как я понимаю, там прикол в том, что я должен как-то богатеть от этих алмазиков. А, все, понял, на метку дерева здесь можно забраться. Я помню, когда эти перемещения по деревьям только-только ввели в оборот в третьем Assassin's Creed, когда появился Коннор. И это, кстати, логично вплелось в повествование. Помню я, в чем была проблема, на что ведь жалуюсь, что нельзя перейти всю карту при помощи деревьев. Я помню, была такая проблема, что многие жалуюсь, а почему же нельзя, если как бы, деревья есть, а почему я не могу всю карту на деревья? Я тоже жалуюсь, потому что реально был потенциал того, что можно было бы почти всю карту пролететь на деревьях, скажем так, как обезьян, такой у-ху-ху, и вот из дерева на дерево, и ты переместился. Вот был такой потенциал, и, в принципе, в игре это нельзя было сделать. Тоже фронтир, нужно было многие места переходить пешком, и там... Какие-то определенные участки фронтира можно было перейти на самом деле по деревьям, но очень маленькие. Там постоянно приходилось все-таки спускаться на землю, находить новые деревья. И да, Assassin's Creed 3 считается, в принципе, игрой недоработанной, насколько я.
насколько я знаю, насколько я слышал. Assassin's Creed 3 его планировал. Говорили, что вроде как ему пару лет разработки не хватило. Если бы его там еще годик поразрабатывали. Потому что разработчика, насколько я слышал, подгоняли. Я не помню, откуда, я помню, я читал, что их подгоняли. И как бы требовали: давайте, давайте, ребят, там бабла надо срубить, некогда разрабатывать. Потому что ведь все решает издатель, часто не разработчик. Часто издатель диктует условия и говорит: ребят, игру надо выпустить к этому сроку. Если вы ее не закончите, проблема ваша, а не наша. Нам ее выпускать надо. И просто Assassin's Creed все-таки была игрой популярной. И, конечно же, поэтому хотели выпустить скорее. Думали, что фанаты все равно хавают, ну, или более-менее сойдет. Но нет же, с рук третья часть не сошла. В итоге, с тех пор Ubisoft, мне кажется, фанаты Assassin's Creed до сих пор припоминают Ubisoft, что вот там облажались разок и игру выпустили так себе. Мне кажется, есть такое. Явно, но, знаете, есть такая память. И я должен сказать, да, я тоже есть у меня такой. Хотя третий Assassin's Creed такой плохой. На самом деле он довольно даже интересный. Я должен сказать, на самом деле он реально интересный. И, в принципе, даже как-то можно советовать его, что ли. Так, Олбани. Как же мне перенестись сюда, чтобы, скажем так, доплыть до Олбани? Можно вот отсюда, кстати. С двух изгибов. Можно сюда переплыть в Северную Америку. Мне кажется, это the way to go. Я не знаю, просто эти переходы между картами я так и не разобрался, когда даже на консоли играл, я так не мог понять, как они работают. На самом деле, в плане того, как карта работала на Карибах, было намного лучше, когда была одна большая, огромная, глобальная карта. Это реально проще было. Реально это удобнее было, я как-то лучше понимал, как все работает. Нет, здесь, в принципе, я тоже понимаю, что вот так примерно тут все работает. Но, не знаю, как-то там было понятнее. Здесь я не знаю, там на консоли играл, где-то только на концу игры понял более-менее, как работает. Я не знаю, может, я тупел, может быть... Не знаю, все-таки, знаете, учеба вредна для здоровья, тупеешь. Я с тех пор, как начал реально учиться, я реально отупел, я в плане игр. То есть я играю в игры, я вообще тут не понимаю, что происходит часто. А раньше, когда я меньше учился, больше играл, как-то, знаете, схватывал на лету. Реально мне писали люди: а как ты это понял? А как ты это смог сделать? А я, мне как-то все легко давалось. Знаете, не получается делать два дела хорошо. Ты или учишься, или играешь в игры. И, конечно же, что делать важнее и лучше? Правильно. Ну, а там вы сможете сами дальше ответить, правильно учиться или правильно играть в игры. В зависимости от того, что в будущем принесет вам пользу в жизни. Вот я насчет себя не уверен, что для меня полезнее, ребят. Не уверен, потому что учеба пока... От учебы у меня одни убытки. Во всех смыслах, во всех. И я реально постарел от учебы лет на 5. И внешне, и... В основном внешне, а реально у меня обрастает стал быстро. В плане того, что щетина постоянно растет, скажем так. И реально у меня волосы даже какие-то... О, что же я спрыгнул? У меня какие-то волосы даже на щетине белые вылезают. Понимаете, я уже посидел. Вот такая учеба у меня. Я посидел уже от нервов. И поэтому я не уверен, что лучше. От игр я не сидел, по крайней мере. А так у меня уже, блин, борода седая. Реально, бать, смотришь, у меня борода седая, кожа на лбу шелушится, вот реально, знаете, именно вот начал учиться, так было, до того, как я более-менее, так пока еще в школе учился, нормально было все, отлично просто, а сейчас вот когда учишься уже в высшем учебном заведении, на тебе, старость пришла. А по-моему, рановато ей еще прийти, вам не кажется, ребят, рановато мне, так сказать, белесые волосы отращивать. Слава богу, на голове не сидеют. Хотя, если бы сидели, мне было пофиг, я бы... Отдать, знаете, я бы не стал что-то менять или, там, не знаю, красить. Мне было все равно, я бы с гордостью... Знаете, я бы с гордостью ходил с сединой. С гордостью, на самом деле. Я бы говорил, что это не седина, я бы говорил, что я под Геральта кашу, под Ведьмака. Что, типа, вот я как Ведьмак. Седоватый.
Из всего есть выход, ребят, не надо никак расстраиваться. Если вы, знаете, если вы тупой человек, просто даун, так будьте дауном с гордостью. Если вы, знаете, если вы рак, так будьте гордым раком. Вот реально, знаете, не надоедливым гордым раком, а именно просто говорить, вот я рак, и вот я, знаете, но я люблю себя за это. Вот я горжусь собой. И просто это, знаете, это очень помогает себе. Да, я не говорю про себя, я знаю, что я в играх, я не рак, и не профессионал, знаете. Я просто игрок, знаете, такой игрок, который не играет так, более-менее. Я должен сказать, что я не идеальный игрок, и при этом я неплохой игрок. Я просто, знаете, если честно, просто осознаю, что я не лучший игрок в игре, но при этом и не худший. Есть люди, которые играют лучше меня, есть люди, которые играют хуже меня. И всегда так было, есть и будет. И ничего с этим, к сожалению, не поделаешь. Не, к сожалению, это тут ничего не сделаешь. Давайте, кстати, мы зайдем корабль, наконец-то проапгрейдим, потому что уже надоело плавать какой-то посудине, хотя в этом нужды-то особо и нет. Хотя нет, давайте скорее даже оружие проапгрейдим, потому что корабль у нас более-менее на плаву держится. И, по-моему, еще большую часть миссии так и будет. Поэтому сейчас намного выгоднее, и у нас деньги есть, купить себе саблю или даже пистолет получше. Это упростит прохождение, потому что потом там будут моменты, где реально нужно... Или даже шкурки можно купить, это, наверное, еще лучше. Сейчас зайдем после этого бара на башню, залезем, мы зайдем к купцу. Закупимся. Облил меня! Ах ты говнюк, я сейчас тебя... И это все так быстро и так легко? Жалко, очень жалко. Я ждал от вас больше, господа. Я ждал. Кстати, эта башня полезно открывать. Она открывает, там сразу видно, где какие животные находятся, где какие еще задания. Задания по городу есть. Я чуть не спрыгнул, потому что я реально, я пару раз это делал, просто собирался на башню и спрыгивал сразу. Мне кажется, игра, знаете, хорошо работает даже на максималках. В принципе, она оптимизирована просто отлично. У меня все стоит на самом максимуме, у меня 60 FPS. 50-60, в зависимости от окружения. В среднем 50. Мне кажется, это все потому, что они с движком работают второй год, как бы. Это уже движок, который проверен четвертым ассасином, и поэтому они с ним уже знакомы и знают, как под него оптимизировать игру. Мне кажется, поэтому и все, я Шанти унесло. Поэтому, мне кажется, игра и работает так хорошо. Именно по этой причине. Потому что никто, на оптимизацию здесь никто не жаловался. Лишь бы еще народ не пришел. С двумя руками мне больше нравилось сражаться, хотя судьба поменялась. Ну вот Арно до сих пор любит одной рукой драться. Одной рукой он дерется, а другой рукой он под столом сидит и наяривает на французских шлюх. Так, где тут французские шлюхи, а черт. Ну, в Северной Атлантике здесь шлюх нет. Ну, есть, наверное. Well met, sir. How fare ye? Не в этой игре. Кстати, хорошо, что они заменили шлюхи на шлюхи. Шлюх на что-то другое. Научись спрягать слова, Евген. Совсем русский разучился. Говорить, черт. Еще хуже получилось. Боеприпасы. Боеприпасы. Давайте посмотрим, что нам нужно, чтобы прокачать костюмчик. Потому что у нас 10 тысяч рублей в кармане, а шкуры нынче стоят не так уж и дорого. Ремесла. Что же нужно?
две шкуры арктического зайца и две шкуры канадской няшной рыси. Я, кажется, играл в игру про рысь, можете посмотреть. Канадский... хватит с вами разговаривать. Канадский заяц, арктический заяц, канадская рысь. Арктический заяц, канадская рысь. Шкура зайца, шкура... А, купить охотничьи трофеи. Надо не путать, потому что здесь две разновидности. Блин, дорогая шкура. Канадская рысь, шкура арктического волка. Что-то какая рысь дорогая. Поэтому деньги надо зарабатывать, ребят, в этой игре. Пожалуй, это все, что... Я не хочу покупать какой-то дешевый пистолетик, который будет на 3% лучше того, что у меня уже есть, так что... Дальше идет серый волк и касатка. Шкура песца, имеется две шкуры канадской рыси. Сумка для бомб у нас была побольше. Шкура оленя, имеется 0. Так, шкура песца. Блин, мы ничего, по сути, прокачать пока не можем. Улучшение для шеи. Я знаю, что для корабля доступно улучшение, но не знаю, можно поприменить с этим. Потом, когда на самом корабле будем, уже можно будет что-то улучшить. Просто пойдем на... Я не знаю, чем я его повторно ответил. У меня есть привычка дважды отмечать задание. Как будто так я стану видеть его лучше. Интересно, почему он снимает капюшон, когда сейчас ныряет воду? Я удивлен, что это, кстати, цветы растут. Я не думал, что в таком севере такая будет буйная растительность. А, да, он надевает капюшон, потому что с красной зоны. Шей, пожалуйста, можешь залезть куда-то? Что ж ты такой бесполезный, что никуда залезть не можешь? Что, заметили, гонится. Все за тебя, Шей, не моя вина, ребят, это он, все, это он тупой, не может залезть. Я хотел просто перебраться, но не же. Вот и мост, единственный, неповторимый, давайте переберемся по нему. Конечно же, и винить себя никто не знает, нам винить всех подряд. О, тут же другие ребятки, они сюда, наверное, не пройдут. Наши обидчики. Но если нас убьет, за нами снова пойдет охота, но пока меня не видит. Так что охоты не будет. А, инкогнито, ну вот я сел в кусты. Сейчас еще двое успокоятся и можно начать задание. Наши старые знакомые, кстати говоря, посмотрите на их лица. Ну, блин, они долго там будут бегать, вечно вот так вот попадешь на глаза, потом какой-нибудь один чувак какой-нибудь будет бегать и никак не успокоится. Успокоились. Нет, не знаю. Мы народ. Здравствуй. Конгресс еще заседает. Джордж Вашингтон и его войска открыли огонь по французам. Это считают началом войны. Джордж Вашингтон? Младший брат Лоуренса? Да, он самый. И, кстати, о Лоуренсе Вашингтоне. Поскольку ты убил его, Джеймс Уордроп повышен в звании. Все ресурсы тамплиера в его распоряжении. А что с манускриптом? Из Нью-Йорка сообщили, что он у Уордропа. Сам Уордроп тут, в Конгрессе, но его охраняют. Шей, найди цель. Забери манускрипт. Здесь слишком много тамплиеров. Мы проследим, чтобы он не скрылся. Проследите, чтобы его за меня не убили? Ладно, ладно, хорошо. Понятно, что здесь тонна охраны. Это оружие, шамбяо. Снотворное. Да, бегать тут можно абсолютно безнаказанно.
В отличие от Unity, где это учитывается. Плохо это или хорошо, опять же, решать вам, любите вы стелс или нет. И какой стелс любите? Unity стелс. Чтобы стелс намного сложнее в Unity, кстати говоря, из-за беды. О, это не Эдисон, как его, это Франклин. Это, видимо, Уильям Джонсон, тамплиер. Разве это Уильям Джонсон? Может, манускрипт у него. Или... Так, читать не надо. Это у кого? Господа, как я уже заявлял, нам необходим национальный союз, одобренный парламентом и дающий Ольгу независимых каталоний. Сейчас мы не готовы отразить угрозу со стороны Франции. Проще говоря, колонии присоединятся или погибнут. Вдохновенная речь, мастер Франк. А, да, это Франк. Вы впрямь верите, что Великобритания дарует нам свободу? Да. У них нет выбора, мастер Джонсон. Чем дальше владение, тем слабее хватка хозяина. Да. Впрочем, не будем говорить о политике. Благодарю за исследование. Что вы, что вы. Времени было мало, но я успел понять, эта шкатулка уникальна. Древний Египет, да? И как было сказано в моем письме, я готов, так сказать, открыть ее. Отлично. Вскоре мы доставим вам ее. Что до манускрипта, капитан? Прошу прощения, сэр, но мастер Уордроп отказался отдать его. Сказал, риск слишком велик. Риск? А. Прошу прощения. Манускрипт и шкатулка очень скоро будут у вас. Ты жалкое подобие солдата. Бегом, Форт Фредерик. Передай мастеру Уордропу, чтобы живо отдал манускрипт. Не то я скальп с него сниму. Придется за ним бежать. Этот капитанишка не должен добраться до Уордропа. Теперь за Уордропом и манускриптом. Блин, с воздуха я его не убил. Сам простым вариантом будет их перебить. Вам нужно прокачанное оружие. Ты не прокачанное оружие, дорогой. Просто пахать им придется меньше, и мы будем больше убивать. Да, бомба здесь работает. Конечно, через ворот нас никто не пустит. А вот в обход. Сейчас, сейчас, не упади, пожалуйста. А в обход путь всегда есть. Что-то стремновато будет, да? Можно сразу по стене по прямой туда забраться, но я предпочту использовать несколько другой путь. Так, тут надо действовать медленно, потому что тут очень сорваться легко можно, если действовать тупо. Да, что тут лучше промедлить, но зато забраться по-нормальному. Чем делать все это снова и снова. Умеет просто уже.
башня. Обратно? Я просто хотел проверить орлиным зрением местность. Все враги помечены. У нас есть дротики. Я помню, я на PS3 когда играл еще. У меня была проблема в том, что дротиков не было. Заинтересовался парень. Ну иди сюда, что ж ты там стоишь, скучаешь. Кстати, может мы шум поднимем? Найдите Джеймса Уордропа. А тут нет... Бейте Уордропа. А, с воздуха. А, да, можно, можно бить с воздуха. Извините, я смотрел не туда. Потому то, что я не знаю, где Уордроп. А, вон он там. Солдат, береги честь мундира. Готов. И с воздуха. Это я заберу. Чертов тамплиер. Нет! Ты не понимаешь, что творишь, глупец! Освобождаю людей от вашей власти. И они будут свободны, когда французы приберут к рукам эти колонии. Самое главное, чтобы эти колонии не оказались под гнетом тамплиеров. Мы залог порядка в этом мире. Если все дозволено, в опасности все. Даже дьявол процитирует Библию для своей выгоды. Давайте пока дротики снотворные возьмем. Покинуть область и спрятаться. Они сюда не идут, значит, можно пытаться выбраться. Ладно, с ними стрелка. Интересно, а чем реально нужны были вот эти вот крепления веревочные? Они... Не знаю, в реальности они есть или их в Assassin's Creed развешали? Ну, чисто так. Чтобы было... Незаметно убейте. Да, 100%. Вот, ребят, вот как надо играть. Я показал реальный образец. Ну, наверное показал. Сейчас спрыгну вниз. Идеально, мне этот момент собрали. И на этом, ребят, мы закончим. Спасибо за просмотр. Серия была крайне длинная. Убивать горожанина мы не будем. Голос в сером. 2. Что ж, спасибо за просмотр, увидимся мы с вами в следующей части, и можете поставить лайк, подписаться на канал, друзьям рассказать, что прохожу Assassin's Creed на ПК, потому что на ПК играть круче, из графена, графен, пока, до следующей серии, которая выйдет, бог знает, когда, но скоро, пока.